О блокчейне мы думаем постоянно, а о нашем здоровье мы думаем только когда со здоровьем все плохо. Вот если бы мы связали блокчейн и здоровье, мы бы думали о здоровье гораздо чаще. Казалось бы, что общего у блокчейна и здоровья, когда блокчейн это что-то цифровое, а наше здоровье это вполне материальный вопрос. Но на самом деле у блокчейна и у здоровья есть одна очень важная точка пересечения. Это данные. Как это ни странно, но вопрос нашего здоровья напрямую зависит от того, как мы храним данные о нашем здоровье. Но что-то тут ветрено, как бы не простудиться. Давайте поменяем локацию. О, где это я оказался? Если бы неправильно ввел данные, мог бы оказаться тут. После того, как вы проходите медицинское обследование, данные о вашем здоровье начинают храниться в больнице или в медицинском центре. Но мало того, что в половине случаев они хранятся на бумажных носителях, даже если они хранятся в цифровом виде, то хранятся они централизованно. Что это значит? Это значит, что их могут подделать, они могут потеряться, они легко могут передаться третьим лицам без вашего ведома. Но самое главное, что это ваши личные данные. И при этом вы никак не можете распоряжаться своими личными данными. Максимум, что у вас получится, прийти и получить какую-то небольшую информацию о состоянии вашего здоровья. Но когда вы придете в другую больницу, вас попросят провести обследование заново. Почему? Потому что все медицинские центры и все больницы хранят свои данные по-разному. Получается, что зачастую вам приходится делать по нескольку одних и тех же обследований и сдавать одни и те же анализы просто для разных медицинских учреждений. Так как медицинские учреждения хранят данные по-разному, то у них нет возможности обмениваться этими данными друг с другом. При этом для развития медицины и для поиска новых лекарств от различных болезней Этим медицинским исследовательским центрам нужны точные данные, и этих данных нужно как можно больше. Как мы вообще можем задуматься о том, что искусственный интеллект возьмет и найдет решение о том, как нас с вами вылечить, когда данные для этого искусственного интеллекта либо подделываются, либо хранятся на бумажных носителях, либо не соответствуют друг другу. Как бы было легко и прекрасно, если бы данные из одного медицинского центра я мог бы использовать также и в другом медицинском центре. И как было бы здорово, если бы мои личные данные не могли бы распространяться по третьим лицам без моего ведома. Если бы наши медицинские данные действительно принадлежали бы нам, то мы бы могли продавать их медицинским исследовательским центрам. И тогда за медицинское обследование платили бы нам, а не мы. За последнюю сотню лет человечество пыталось достичь бесплатной медицины уже несколько раз. И там, где человечество достигло бесплатной медицины, оказалось, что эта медицина некачественная. Но у платной медицины есть тоже один большой недостаток. Несмотря на то, что она более качественная, чем бесплатная, она доступна далеко не каждому. Хорошо, что есть блокчейн, и он поможет нам создать такое здравоохранение, в котором поставщики медицинских услуг будут заинтересованы в данных пациентов. И более того, пациенты смогут получить качественные медицинские услуги, оплатив их своими личными данными. Несмотря на то, что о применении блокчейна в медицине говорят еще с 2010 года, и уже написано немало статей, таких проектов, которые занимаются блокчейном в медицине, не очень много. И недавно в экосистеме Космос появился проект Медиблок. Но если вы знаете другие проекты, которые занимаются блокчейном в медицине, обязательно напишите о них в комментарии. Проект Медиблок создает свою платформу как медицинское здание, у которой есть крыша, Стены и фундамент. Когда пациент приходит в медицинское учреждение, он оказывается в стенах этого медицинского учреждения. И там он регистрирует свою учетную запись и получает два ключа. Один открытый, а другой закрытый. Эти ключи он будет использовать для того, чтобы предоставлять свои данные или не предоставлять свои данные кому захочет. Фундаментом медицинского учреждения является хранилище данных. Именно там будут храниться данные пациентов в засекреченном виде. Хранилище этих данных ⁇ это и есть сам блокчейн и это исключает абсолютно любые возможности как подделки данных, так и их потери. Также стены учреждения помогают связать фундамент учреждения с крышей учреждения. Стены учреждения – это сервисы. Именно эти сервисы будут предоставлять пациентам самое эффективное лечение, базируясь на тех данных, которые хранятся в хранилище. И именно эти сервисы будут помогать поставщикам медицинских услуг приобретать данные у пациентов. Разработчики смогут создавать любые приложения, которые потом будут базироваться в стенах учреждений. И это может быть как искусственный интеллект, который будет давать пациентам наиболее эффективные схемы для лечения, так и сервисы, которые помогут поставщикам медицинских услуг и пациентам обмениваться данными. Но также это может помочь исследовательским центрам создавать новые лекарственные препараты, чем продвигая нашу медицину все дальше и дальше. Кроме всего прочего, в медиблок продумана система репутации, которая сделает так, что недоброкачественные поставщики медицинских услуг не получат доступа к платформе. А доступ к платформе будут иметь только те поставщики медицинских услуг, которые доказали, что их лечение эффективно и качественно. И еще один Приятный бонус. Я являюсь валидатором Mediblock и название моего валидатора ⁇ human Но чтобы вы не подумали, что это реклама, комиссия 0%. Я не собираюсь зарабатывать на вашем здоровье. Я собираюсь зарабатывать на DeFi и стейкинге. Ну и желаю вам всем хорошего здоровья. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Farclock, чтобы быть в курсе последних новостей блокчейн-индустрии. А я пошел собирать данные о своем здоровье.